Всем привет! Я после небольшого перерыва, тут же буквально, никуда не уходя, начинаю наш 15-й шаг. И здесь нас опять ждут новинки, привезенные Мегрибанханом. Тоже невероятные украшения, очень красивые, на разный вкус. И начать я хочу вот с такого ожерелья. Я сейчас его презентую, а потом я отойду подальше, потому что оно крупное, оно очень такое, ну скажем так, длинное, и его надо показать, отойти подальше. Поэтому я не буду, чтобы не кричала, я вам скажу. Девочки, что у нас здесь? Здесь у нас это вот такие вот ограненные бусины халцедона. Он такой красивый, голубого, бирюзового такого цвета с голубым. Вот такой здесь кулон и танзаниты, девочки, природные танзаниты в огранке. Здесь присутствует еще вот такая вот, как галтовочка, скажем, танзанитов. На фотографиях вы увидите, фотографии сделаны на мне тоже, и вы сможете оценить невероятную просто роскошь этого украшения. Конечно, для него требуется особый случай, безусловно. Здесь тоже вот такая вот галтовочка танзанита. Все это природное, все это натуральное. Нужен особый случай, нужно торжество, чтобы это украшение на вас просто блистало. Нужен повод, девочки. И у каждой из нас, конечно, в жизни такой повод обязательно есть. Я вам сейчас покажу. Я даже не знаю, куда мне отойти. Я не знаю, девочки, куда мне уже дальше отойти, чтобы вы его оценили. Но я думаю, где-то как-то все-таки. Это царское украшение, без ложной скромности я это вам скажу. Я в этом совершенно уверена, я это более того утверждаю. Вы представьте какое-то платье вот с таким, если вот вырезом V-образным, да? Не V-образным, да, но V-образным. И вот если это вот туда вот уходит, в этот вырез, очень массивное, очень тяжелое. Ну как тяжелое? Ну не такое тяжелое, да, что ты под его весом сгибаешься. Но оно ощутимое, оно весомое. Очень много здесь вот этих нитей. Очень сумасшедшее просто украшение. Я вам показываю, девочки, рекомендую просто от всего сердца. Если сюда подобрать подходящий наряд, то ой, вы будете просто царицей на любом празднике, девочки. Посмотрите, вот так вот. Ой, я его уберу в стороночку сюда. И мы продолжаем, девочки. Продолжим мы. Вот такая цепочка. Она похожа на ракушечки. Ракушечки, я думаю, многим из вас знакомы. Такие зубастенькие ракушечки. Это бескаминка, чистое серебро. Она не длинная. Здесь застежка, идет тогл. Тогл мне нравится тем, что очень комфортно застегнуть, расстегнуть. Не доставляет никаких неудобств. Вот так она смотрится, даже как колешка. Замеры, длину вы интересуетесь, я вам скажу. Ракушки здесь полые. Она похожа, знаете, на такое дутое украшение. Смотрится достаточно объемно. Ну и вес у нее тоже как бы такой, не маленький, но красивая. Красивая вот такая вот цепочка. Вот такая. Для нее не нужен кулон, она самостоятельно великолепно выглядит. Кулон, мне кажется, здесь будет уже излишним. А потом на тогл кулон. Как ты повесишь? Ну ладно. Так, девочки, мы к комплектам приступаем. И первым выступит невероятно красивый комплект, у которого размер кольца 19. И это вот такой комплект с зеленым аметистом. Вот такая у него идет огранка, совершенно обалденная. Очень красивая ограночка, крупный камень, вот такая посадка, не низкая, он заметный, цвет красивый очень.
Вот, посмотрите, как он выглядит на мне. Вот такой зеленый аметист. Давайте чуть поближе я подойду вот так вам. Вот так. Вот такой. Размер кольца 19. Размеры регулируются. Мы продолжаем, и я покажу вам комплект из прессованного коралла. Вот такой формы, тоже с огранкой. Очень замечательно он смотрится. Тоже таким, является таким эффектным, очень ярким таким пятном в вашем образе. Опять-таки за счет цвета своего, и за счет, смотри, и за счет того, что у него, что ж такое, не могу попасть. Вот, все. Вот, посмотрите, вытянутая вот такая форма. Кто-то любит круглую форму, кто-то вытянутую, кто-то и так по случаю. Я, например, мне нравятся разные формы украшений. И вот вытянутая выглядит на мне вот так. Размер видите сами. Ну, оно достаточно крупное украшение. Форма классная у него. Такая, ну, интересная. Вот такой коралл прессованный, размер кольца 19, даже где-то чуть-чуть с копеечкой. Девочки, покажу вам невероятный комплект с желтыми топазами в огранке. Посмотрите, какие здесь крупные камни, посмотрите, как здесь играет это все и как это выглядит. Я думала насчет этого комплекта, советовалась с Региной. Ой, тяжело, девчонки, вот. В итоге я кое-что другое себе купила. Он один единственный, девочки. Я вам сразу говорю, кораллы и зеленый аметист тоже все в единственном экземпляре. В предыдущем видео я вам говорила, что, девочки, имейте это в виду. Посмотрите, какое. Так. Очень красиво. Дальше я покажу вам вот эти комплекты, вы их узнаете. Это вот эти вот, вот такой комплект с сердоликом. Здесь идет огранка не полностью, здесь вот только вот боковая часть огранена и плоская вот такая вот середина, большая ее часть, ну как бы камня. Но все равно смотрится великолепно. Эти, конечно, комплекты поменьше, чем те, что были в предыдущем видео, которые вы уже все успели оценить и, я думаю, приобрести на тот момент, когда я это видео выйдет в эфир уже, 15-я часть. Вот так он смотрится. Здесь размер кольца тоже 20-й, крупный. Вот так. Размеры регулируются, повторюсь. Девочки, точно такой же есть комплект. Я сразу просто покажу на контрасте с нефритом. Их всего два. Больше ни в каком исполнении, ни с какими камнями, минералами их нет. Вот, только сердолик и нефрит. Сейчас я надену нефритовый, покажу вам. Вот такая же вот сережечка. Нефрит замечательного качества, вы сами можете видеть, да, его. Он такой вот чуть полупрозрачный, вот как фарфор, да, проверяют на свет, видите, мой палец, да, там вот фарфор же точно так же проверяют подлинность, скажем. Ну, не то чтобы даже подлинность, а его хрупкость, обработку, выделку, не знаю, как правильно сказать сейчас уже. Вот, посмотрите, как здорово смотрится нефрит, девочки. Красиво. Подальше, поближе, очень здорово. Я покажу вам комплект, который у нас уже был, и который пользуется определенной популярностью. Сейчас вы узнаете этот комплект. Я называю его тарелкой, и не только я. Вот. Роза, кстати, я вас поздравляю с этим приобретением. Роза приобрела такой комплект с гранатами. Вот. И Мерибан Ханум привезла вот такой комплект с голубыми топазами природными, девочки. И плюс к этому комплекту есть еще браслет. Сейчас я вам покажу. Вот его колечко. Оговорюсь сразу, он тоже в единственном экземпляре с другими камнями браслетов в этом, как бы, в этой модели нет.
Вот, вот так смотрится комплект с голубыми топазами. И сейчас я забегаю вперед, как обычно уже. Я покажу вам браслет, девочки. Вот такой браслетик. Я уже более как-то о нем расскажу дальше, но чтобы вы знали. Я не могу их не вместе, ну, не показать, да? Не вместе. Ой. Что болтаю сама, не знаю, кто есть. Так, дальше. Дальше у нас аметисты. Классный, 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 классный комплект. У Сережек есть левая, правая сторона. Этот момент продуман. Посмотрите, как камни играют. Огранка суперская. Здесь разные по форме камни. Есть квадратики, есть каплевидный аметист и есть круглый вот такой. Сейчас я надену, вы посмотрите. Комплект выглядит достаточно компактно. Он, кстати, подойдет совершенно спокойно на каждый день. Ну, в принципе, я, например, такой комплект на каждый день совершенно спокойно могу носить. И вам всем советую. Для того, чтобы украшать себя, радовать, не нужны особые поводы. Каждый день нашей жизни, он как бы неповторим. И если мы будем сидеть и ждать, 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 когда повод, зачем? Каждый божий день надо носить на себе красоту. И камни, они не обязательны для праздников. Это, ну, как бы стереотипы, которые уже давно в прошлом, я считаю. И слава богу. Вот такой комплект. Я размер кольца сказала. 18-й размер кольца, девчонки. Вот. 18-й размер. Так, дальше. Ой. Дальше, девочки, я вам покажу комплект с природными опалами, с натуральными. Я сейчас попытаюсь поймать аполистенцию. Надеюсь, у меня это получится. Вот. Ну, сейчас, конечно, вы что, как назло. Я, в общем, сейчас надену сережку, и в кольце я постараюсь поиграть и поймать аполистенцию. Очень красивый вот такой опал. Он интересного такого цвета. Цвета морской волны, не крупный, но и не мелкий, он больше среднего, размер кольца у него 18,5, девочки, вот посмотрите, какая прелесть, вот такой комплект, девочки, повторюсь, опалы здесь натуральные, очень тоже, форма вот эта, ну, я люблю, мне нравится. Дальше. Дальше я вам покажу чероид. Девочки, чероид, да, типа считается, что чем он чище, тем он весь такой сиренево-сиреневый, тем лучше. Но мне, например, нравится вот это украшение. Оно с включениями, безусловно. И, возможно, кто-то его забракует, но не даст ему как бы первый сорт, знак качества. Но я вам скажу, что внешне, визуально, он обалденно смотрится. Просто очень интересно. Да, я купила себе тот комплект, ну, с таким чероидом, как я сама. Но вот этот комплект, ну, невозможно просто все взять и купить. Клянусь, я бы его с удовольствием себе купила. Он очень мне нравится. У него такая здесь... На фотографиях вы увидите. Здесь идет вот такой интересный узор. Такие вкрапления. Да, да, закрыт. Да. Вот. Очень он смотрится оригинально за счет вот этих вот каких-то моментов. Размер кольца 19 у этого комплекта. Девочки, что я вам сейчас покажу. Многие из вас помнят мой комплект с зеленым корундом, с двойной огранкой. Я уверена, он очень многих как бы впечатлил. Есть комплект. Это оникс. Это не мой корунд, но здесь двойная огранка встречная, как на моем комплекте, девочки. Идет вот такими полосочками, а потом идет вот в таком шахматном порядке. На фотографии мы с Региной, ну, Регина пыталась поймать, не получается как-то увидеть вот полностью, поэтому я обращаю ваше внимание на него, заостряю конкретно, что вот такая двойная огранка. И это редкость, девочки, это редкость, чтобы вы знали. Комплект, сами понимаете, в единственном экземпляре. Мой тоже был в единственном экземпляре. И вот так это выглядит вместе.
помимо того, что, как мы все знаем, уже оникс является замечательным просто оберегом, и плюс еще вот такое необычное украшение, очень оригинальное и редко встречающееся. Размер кольца 19 этого комплекта. Девочки, я вам сейчас покажу еще один комплект с шероитом. Он похож формой на тот, что я показала с ониксом, но он без огранки. Он вот такой интересный. Тоже здесь идет эта часть немножко скошенная, это чуть приподнятая. Вот так он смотрится. Здесь шероит совершенно другого уже качества абсолютно. Вы сами можете заметить. Но опять-таки повторюсь, на вкус и цвет, товарищи, нет. Этот, мне кажется, ну, интереснее. Но опять-таки, это мое мнение, я его никому ни в коем случае не навязываю. Небольшой такой комплект, тоже на каждый день совершенно вполне носибельный. Как мы все знаем, вчера это не так много осталось, и с каждым днем его все меньше и меньше. Поэтому надо задуматься об этом и приобрести для себя тот минерал, который в недалеком будущем, как бы, ну, уже его добыча будет исчерпано. Девочки, вот такой вот, видите, какой здесь совсем другой вот этот камень, да? Но я еще раз повторюсь, как оказывается, мне подходит этот цвет, девчонки. Здорово вообще. Никогда бы не подумала, серьезно. Тогда вот примерка этого комплекта стала для меня открытием в плане именно цвета. Так, дальше. Девочки, впервые Мирима Ханум привезла комплект красивый, красивый, красивый. Я вчера, в общем, убила достаточно много времени на то, чтобы его идентифицировать. Мирима Ханум мне его сказала, ей назвали как-то там совершенно по-другому. В общем, билась. В итоге больше всего он у меня похож на симберцит. Но я могу ошибаться, девчонки, я совершенно это не утверждаю. Просто из того, что я нашла, вот симберцит, он мне как-то, ну, больше как бы схож, мне кажется, с ним. Я не знаю, что это, девочки, повторюсь. Мы, возможно, дальше поработаем в этом направлении, но вот украшения только пришли. Вчера только мы как бы с ними разбирались. Я напомню, что я снимаю 2 видео подряд. С утра мы с Региной работаем на ногах. Регина вон только присела, пока я съемку делала. Потом у нас был перерыв, заходили клиенты. Мы не могли их не впустить. Опять, в общем, у нас была такая пауза. Вот, и мы продолжили уже 15-ю часть, 15-й шаг. Посмотрите, как здорово смотрится. Очень такой теплый камень по энергетике. Он очень приятный. Но на меня он произвел такое впечатление. Вот по ощущениям, мне в нем очень комфортно. Помимо того, что он мне нравится визуально. Очень нравится. Вот такой вот комплект. Девочки, кто знает, я вас очень прошу, правильное название камня вы подскажите. Или же просто подтвердите, что все верно, что это симберцит. К нему есть подвеска. Подвеска одна единственная. Вернее, их всего 2. В прошлом видео есть одна подвеска, или, может быть, уже была, с ларимаром, дай бог, чтобы была. Да, что ее уже нет. И вот эта подвеска вот этому комплекту. Вот так это все смотрится. Очаровательно просто. Прекрасно. Очень хороший по энергетике камень, не знаю. У меня вот четкие такие просто ощущения. Есть камни роскошные, есть камни, которые как-то завораживают, завлекают. А вот от него какое-то вот идет такое тепло мне. Девочки, помните, в прошлом видео я вам говорила, что у меня, в общем, проснулся такой интерес к лазуриту. В этом видео я это подтверждаю, я еще раз скажу, что те комплекты, которые я увидела в этот раз, они произвели на меня огромное впечатление. Девочки, посмотрите, какое кольцо с лазуритом. Здесь тоже вкрапления все золотистого цвета. Форма классическая, комплект крупный, но на каждый день замечательно просто подойдет тем, кто этот камень любит, тем, кому этот камень подходит, кто это так чувствует, воспринимает. Девочки, вот такие вот к нему серьги. Я вам тоже скажу, что вот, ну, все вот эти вот всполохи, все вот, они все золотые. Очень красивый цвет, повторюсь, очень благородный. Ну, оттенков каждого цвета множество, да, как мы с вами знаем. И вот этот один из таких благородных оттенков синего. Хотя к синему цвету, я повторюсь, я отношусь совершенно спокойно. Абсолютно. Но я не могу не признать его красоту, конечно.
безусловно. Вот такое кольцо и серьги, размер 19 кольца. Девочки, в прошлом видео я вам показывала украшение с рутиловым кварцем, которое борода Мухаммеда в огранке. В этом видео я покажу вам еще один комплект. Он светлее, тот был темнее, того нет, тот был не темнее, чуть-чуть может быть. Тот был с подвесной частью. Этот просто вот такой овальной формы, классической, как мы с вами любим. Огранка опять-таки идет. Очень хорошее тоже здесь качество камня. Я не знаю, я, наверное, не смогу вам его показать. Но если вы видите, очень много здесь вот этих включений. Размер кольца здесь идет 19. Вот так смотрится колечко. Вот такая к нему обалденская просто сережка, моментами которая прозрачная. Вот, и сейчас я вам покажу к нему браслет, девчонки. Есть браслет. Посмотрите. Великолепно он смотрится, великолепно. Браслет, у браслета длина здесь 18,5 сантиметров, девочки. И вот так они смотрятся в компании. Тоже с огранкой, совершенно идентичные по цвету. По размеру, центральный камень, да, и вот так это можно все замечательно скомпоновать, и вот такая красота будет у вас отныне жить. Так, браслеты опять-таки убираю в сторону, как обычно. Дальше пойдем мы по комплектам. Девочки, остался такой, ну, не то чтобы самый смак, ну, в общем. Вот такой комплект я вам покажу. Здесь сочетание желтого топаза и лавандового аметиста. Огранка, ну просто прелесть, великолепная огранка вот эта. Нравится она мне. Я люблю сочетание камней вот таких. Ой, не сняла сережку, ну, конечно, это уже... Мне нравится, когда сочетаются такие... нежные вот такие вот камни между собой. Сразу как-то хочется, ну так вот, не знаю, говорить на тон ниже, как-то стать более такой девочкой-девочкой. Посмотрите, какая прелесть. Вот нежность, вот, ну, нежный комплект, ну как иначе его назовешь? Очень нежный, очень красивый, очень приятный. Прекрасный просто комплект, на мой взгляд. Размер кольца у этого комплекта 18, девочки. Ой, дальше я вам покажу еще одну невероятную нежнятину. Она мне так понравилась, я не знаю. Девочки, это вот такая восьмерочка с рубинами. Здесь рубины очищены, великолепный у него оттенок. Смотрится просто, ну, восхитительно. Не могу вам передать, насколько здесь рубины замечательны. Я не скажу, что, конечно, это просто экстра класс, но... Посмотрите, они не замутненные, они такие здоровские, очищенные рубинчики, вот так вот. Это комплект, ну вот, безусловно, просто на каждый день. Вот я давно не говорила свою любимую пословицу, я не могу ее здесь не сказать. И в пир, и в мир, и в добрые люди, как иначе? Насколько я спокойна, ну не очень-то я, ну... В последнее время только я стала носить как бы не крупные такие комплекты, украшения. Но здесь он меня покорил, покорил. Очень мне нравится. Посмотрите, какая прелесть. Тоже в единственном экземпляре, девочки. Ну, повторно, если что-то есть, наверное, я буду говорить. Так. Так. А, даже вот это, например, рутиловый кварц, вы скажете, да, тут модель другая, этот модель другая. Ну, тоже они по одному. Есть еще темный, по-моему, должен быть. Но это тоже совершенно другая история. Так, девочки, дальше я вам покажу тоже обалденный просто комплект. Я прошу прощения за мой сленг, но как иначе, да? Это вот такой желтый топаз в огранке и вокруг рубины. Рубины, гранаты. Гранаты, девочки, я оговорилась, я прошу прощения. Это гранаты. У меня браслеты здесь перевернулись, я поправлю. Вот, крупный комплект, не мелкий, девочки. Вот так вот он выглядит. Чудесные тоже здесь камни. Просто великолепные. Сейчас я надену. И с удовольствием вам продемонстрирую, как он смотрится. Девочки, размер кольца 19. Посмотрите, какая красота. Очень красиво, очень. 19 размер кольца, я повторюсь.
Девочки, у нас осталось 3 комплекта. Я, не поверите, не знаю, с какого мне начать. Наверное, покажу я вам Раух. Многие, я уверена, просто однозначно помнят мой комплект с раухтопазами. Многие им интересовались. Некоторые просили его у меня приобрести. Ну, не то, что просили, ну, просто спрашивали, не хочу ли я с ним расстаться, не готова ли. Девочки, я не готова расстаться со своим раухтопазом, но я вам предлагаю практически такой же. Единственное, что у моего нет вот этой оплеточки, а здесь она присутствует. Овальная форма, очень крупный, сумасшедшая огранка, камень невероятный. Мой раух темнее, этот раух светлее. И вот сейчас я вам покажу. Я увидела, так обрадовалась, потому что я знаю, что вот такого плана комплект, ну, по крайней мере, когда демонстрировала свой, был очень востребован. Я надеюсь, это тоже не залежится, потому что, ну, он один единственный. Очень достойный, роскошный, великолепнейший просто комплект. Я не побоюсь этого слова, девочки. Два комплекта. Так, ладно, покажу я вам тогда вот этот комплект. Девочки, это звездчатый гранат. Да, есть такое понятие, как черная звезда. У нас эти комплекты были. Их приобрели. Я поздравляю девчонок, которые стали их владельцами, их счастливыми обладательницами. А в этот раз, девочки, посмотрите, появился звездчатый гранат. Я до вчерашнего дня не знала о его вообще существовании. Я знала, что как бы, ну, есть черная звезда. Я видела этот камень, мне он нравился. Я не знаю, смогу ли я показать вам вот эту звезду. Я очень постараюсь. Но я не знаю. Регина, может, как-то вспышку включим? Да, Регина вот мне уже идет на помощь. Сейчас мы постараемся вам показать, поймать. Вот. Не видно. Да. При искусственном освещении. Ага. Давай так. Нет, так это. Дай мне, может, я попробую. Сейчас я у Регины экспроприировала. Вот. Пошла, видите, вот. Ничего там не видно, Региш. Видно? Девочки, в общем, ну, вы поняли. Мне кажется, достаточно. Вы могли убедиться в том, что здесь конкретно присутствует вот эта вот звезда пленительного счастья. Замечательный комплект, просто. У меня нет слов. И камень достаточно редкий. Вы можете о нем почитать, кому это интересно и кто не знает. Я признаюсь честно, я вчера читала вот о нем. Я пыталась найти вот этот, ну, как симберцит, как мне показалось, я нашла, не знаю, опять-таки. Вот, и камень редкий. Девочки, и к этому камню есть браслет. Мы с Региной, в общем, ну, и фонарем светили и так, и сяк. Каким-то образом мы попытались поймать, ну, вот эти звезды, потому что освещение у нас немножко не то. Но вы увидите на фотографиях, все равно вот этот блик есть. Я вас уверяю, что он намного сильнее, когда мы его видим. Но вот на фотографиях как-то так. Девочки, вот такой тоже браслет со звездчатым гранатом. Вот так. Посмотрите. Такие камни встречаются редко. Плюс приобрести еще браслет к комплекту. Это вообще очень большая удача, которую вам надо поймать за хвост. Браслет я дальше еще вам покажу. И крепко-крепко ее держать. Где-то все равно присутствует вот момент. Вот такой вот комплект. Размер кольца 19, как вы сами видите. Повторюсь, комплект редкий. Камень редкий. И последний сегодня наш гость программы. Это очень интересное украшение, девочки. Это вот такой кабошон лимонного топаза. Посмотрите, какая здесь форма, посмотрите, какого здесь размера камни, и посмотрите, как они смотрятся. Невероятно стильное украшение, просто невероятно. Я вам скажу сразу, он остался один, их было два, один мой. Я не смогла его не купить. Я просто увидела, влюбилась, потеряла голову, окончательно, бесповоротно. Сегодня только вот, ну, я с Региной, я когда надела вот этот
Я просто его примерила, как бы, да. И потом Регине говорю: Регина, говорит, ой, какой красивый. Я говорю: да, очень красивый. Потом говорю: Регин, смотри, вот это вот я вот такой. Бал отдыха. Да. И, в общем, вот этот... Регина тоже признала, что он... Ну, не то, чтобы тот хуже или что-то, просто... Этот в моем стиле, скажем так, в моем новом образе, он смотрится более гармонично, чем вот этот роскошный комплект с огранкой. Конечно, они разные по цвету. Здесь желтый топаз, здесь лимонный. Разница видна, она очевидна. Разница видна как в модели, как в камне, как в цвете. Ну, я повторюсь, что к моему образу я считаю, что и Регина так считает, что эта модель подходит лучше. Так что, девочки, он один единственный остался. Учтите, пожалуйста, этот момент. Вот эта форма. Так. Ну все. Закончился. Закончилась эта первая часть видео нашего. И я с вами прощаюсь, но буквально ненадолго. Мы сейчас с вами увидимся, девчонки.